я привезла на торнадо Венину дочку Вику. И, конечно, не смогла, блин, у нас творится что-то невообразимое. Море просто кипит. Это с ума сойти. Волны, я не знаю, сколько метровые. Ужас. Тихий. Мы на торнадо. Нереально. И покуда красный уровень опасности, постоянно красный цвет, где-то большая авария. Все, я побежала на работу. Так мокрый тут.